Где хозяин замка? Выходи. Может в домофон ему позвонить? Как современные замки-то брать? Что там, этим мечом ворота, да? Стучали. Ну, так вроде и так открыто. Закрыть и постучали. Ладно, будем считать, что этот замок мы взяли без боя и без крови. Что, пойдем возьмем второй замок за день. Вот сейчас будем брать замок Кривоклад. 1109 года. Так, опять открытые ворота. Что такое? Ну, а какие офигенные. Где здесь замок? Главное? Да. Вызывай. Никто не выходит. Может, в этом постучать? Выходите! Я буду ворот брать боль. Вот так вот. Офигенный. Второй замок взяли без боя. Зато за один день. Есть кто? Есть кто живой? Никого нет живых. Ну вот, путешествие меча, замок второй.